Яхтсмены из пяти стран в немецком Киле взяли старт крупнейшей балтийской офшорной регаты Nord Stream Race. Команды, выигравшие в прошлом году национальные парусные лиги, в ближайшие полторы недели решат, кто из них будет лучшим в тысячемильной гонке. Яхта держит курс на северную столицу России, Санкт-Петербург. В этом году Nord Stream Race обещает быть особенно непредсказуемым. Первый рейс, он определит уже, кто действительно быстро идет, а кто нет, кто правильно ходит, кто неправильно. И поэтому и здесь как бы мы подходим к бухтам, и там могут быть расклады самые невероятные. Можно проиграть в начале гонку, а потом выиграть на самом финише. То есть это достаточно. И ветер ожидается слабый. Поэтому, конечно, мы думаем, что будет, как бы, так сказать, шашечки.